Эти чудища определенно опасны. Что ж, когда я был маленьким, отец мне рассказывал про черные болота. Он говорил, что там всех погубила злая ведьма, и это было как раз перед восстанием. Словом, выглядело все загадочно. Никто так и не узнал, что там случилось. Как только появились чудовища, болото забросили. Я все мечтал, как приду на черные болота и наведу там порядок. Наивный мальчик. В общем-то, да. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я в итоге попаду сюда, я бы над ним посмеялся. Но времена меняются. Пока я был в Киркуоле, думал, что вернусь в Ферелден и стану командовать отцовским гарнизоном. А теперь я серый страж. Воюю с порождениями тьмы и демонами. Забавно. Жить вообще опасно. Так или иначе, нас ждут проклятые болота. Оно мертво уже несколько дней. Порождение тьмы тут определенно есть. И кто-то их убивает. Все, конец тебе! Сказала, мол, если заманить его сюда и убить, скоро и ты здесь окажешься. Это была западня. Все мы глупцы, что угодили в нее. И матушка была права. Матушка всегда права. Матушка не провидится, зато умнее всех. Да-да, точно. Я... тут перед тобой первый, и я передаю тебе послание. Матушка не позволяет тебе пособничать его планам, хоть по своей воле, хоть против воли. Вот она и шлет тебе подарок. Нет. Мы тоже угодили в тень. Быть не может. Матушка обманула меня. Меня предали. А теперь я вместе с вами заперт в тени. Ах, я дурак. Думаю, матушке не важно, что станется с первым. Лишь бы серого стража победить. Я брошу тебя детям. Я буду искать свой собственный путь обратно в мир. Обратно к матушке. Порождение тьмы. Осторожно. Все, конец тебе. Ты не дух, как все остальные. Как ты попала сюда? Тебя заставили прийти сюда? Это очень странно. Здесь похоронен прах моего отца. Я часто прихожу навестить его. Он был последним, кто еще жил в Блэкмарше.
Когда он умер, в деревне не осталось никого, кто помнил бы. Помнить о том, что случилось с деревней, конечно. На этом болоте когда-то было полно народу. А потом появилась та злая женщина и все переменила. Она... О нет, они опять вернулись! Скорее, прячься в склеп! Накормим камень. И вот ты здесь. Угодила в мою ловушку. Ну вот опять. У тебя просто талант попадать в ловушки, а? Вы смертные такие удивительные существа. Столько страстных желаний. Столько алчности. И... Была девушка, была. Ты бы видела, что она отдала, чтобы утолить свою жажду. Как ты сейчас утолишь мою. Свободно. Спасибо тебе. Стой! Кто входит в Блэкмарш? В ловушку? Значит, ты, как и все мы, заперта в этом бесконечном кошмаре. Мы здесь уже так давно в ее полной власти. Я уже почти не помню, как было раньше. Есть один дух, который хочет освободить нас. Ты не могла бы помочь ему, если только это возможно. Стены тебя не защитят! Выходи и поплатись за свое зло! Мы тебя больше не боимся! Ведьма спряталась! Ломайте дверь! Осторожно, друзья! В берлоге баронессы злая сила, и она об этом знает! Мы ворвемся и погибнем! А это кто идет? Новые приспешники баронессы? Или новые беспомощные души, которые она замучила? Я не знаю, кто такие серые стражи, но ты явно не отсюда родом. Пожалуй, это знак. Я справедливость, и меня глубоко возмутили злые дела, которые творят здесь с этим бедным народом. Я хочу помочь им. Когда-то мы жили в настоящем мире, а баронесса правила нами. Она отнимала наших детей и забирала у них кровь, чтобы творить темную злую магию. А когда мы сожгли ее особняк, она наложила на нас последнее заклятие, и наши души попали сюда. С тех пор мы у нее в плену и должны ей повиноваться. Мы должны им помочь. Наверное, ужасно оказаться запертыми в этом сером, безжизненном мире. Нам баронесса ничем не насолила. Предлагаю двинуться дальше. А люди эти пусть делают, что хотят. Скажи, незнакомка, поможешь ты нам в этом правом деле? Коли ты серый страж, значит, боец хоть куда. Так что нам твоя помощь будет очень кстати. Значит, у нас хватит войск, чтобы атаковать баронесс. Мы тратим свое время на этот... на этот скот? Ну ладно, если ты уверена. Я намерен штурмовать ворота. Ты готова? Добрые люди, мы вызываем ведьму на бой! Слишком долго ее преступления оставались безнаказанными! Пришла пора вернуть вам свободу!
Ну-ну. Сначала вопили снаружи, а теперь и сюда решили вломиться. И даже не дождались приглашения. Нечестивая ведьма, ты освободишь этих несчастных и предашься в руки правосудия. Правосудие? Ты так это называешь? А сжечь дотла мой дом и меня с ним тоже правосудие. За то, что ты похищала наших детей и питала их кровью свое тщеславие. Я в своем праве. Вы жили на моей земле. Я ваш законный правитель. Ваша кровь была моей, и ваши жизни тоже мои. Что это значит? Эти жалкие глупцы умудрились набрать себе новых сторонников? Баронесса, мы теперь не одни. Твоему правлению конец. Какое совпадение? Я тоже больше не одна. Мой путь через завесу начнется победой над тобой и твоими союзниками. А потом и матушка поплатится. Может, вместо них выбрать тебя, смертная? Надо с этим покончить. Немедленно. Серый страж куда опасней, чем ты думаешь. В самом деле? Как тебе будет угодно, тварь? Убей их и получишь желанную награду. Довольно! В бой! Разделался. Их слишком много. Кажется, меня тянет назад через завесу. Скорее, пока не поздно. О, я разорву завесу. Еще как. Я всех их назад отправлю. А ты? Твоя жизнь даст мне силы. Нет, нет. Что? Где я? Что происходит? Нет, это мир смертных. За завесой. А это... Это смертное тело. Я в ловушке. Ведьма в злобе своей прорвала завесу и всех нас втянула сюда. Она тоже вернулась в этот мир. Ты не чувствуешь? Баронесса рядом. Ты не так меня поняла. Баронесса непростая смертная, как ты или те бедные крестьяне в плену. Тогда она была смертна. Но теперь... это демон гордыни. Она стала такой, чтобы тянуть соки из смертных. Но здесь, в вашем мире, она будет чем-то большим. Завеса прорвана, и дыры следует закрыть, иначе в мир рекой хлынут демоны. Я могу на время изменить ваше оружие, чтобы оно могло отражать магию тени, но если мы будем биться с баронессой, медлить нельзя.
Так это и есть мир смертных. Какой скучный. Ничего-то здесь не меняется. И вот я здесь. Я за завесой. Духи будут завидовать, когда все смертные склонятся предо мной. И не надейся, демоница. Ах, кажется, не только я сюда перенеслась. Какая досада. Вот как? Ну, давай посмотрим. Ты падешь от моей руки! Нет, Эмма! Это ты падешь! Мы справимся! Как скажешь? Тебе меня не достать! Итак, свершилось. В любом случае, благодарю. Мой долг исполнен. Пусть жертвы безумия этой женщины покоятся с миром, где бы они ни были. Нет. Духи верят, что по ту сторону тени есть что-то еще, но о таких вещах мы знаем не больше, чем вы, смертные. Похоже, я не могу вернуться в тень. Мне не выбраться из тела этого серого стража? В памяти бедняги есть воспоминания. Их трудно понять. Но он был серый страж? Его убило порождение тьмы по имени Первый? Именно этим ты и занималась, когда тебя заманили в тень. Да, теперь все ясно. Признаться, я в полной растерянности. У меня нет знаний об этом мире, только пара воспоминаний Серого Стража. Я не хочу умирать. Что мне делать, смертная? У тебя, кажется, добрая душа, и ты принадлежишь этому миру. Не поможешь ли советом? То есть ты предлагаешь продолжить миссию этого смертного? Как Серый Страж? Смертного подло убило порождение тьмы, а те, кто командовал убийцей, еще живы. Отомстить за его смерть? Да, это достойная цель. Отлично. Если ты позволишь, я пойду с тобой, Серый Страж. Это не мое имя. У меня нет имени. Есть только добродетель, к которой я стремлюсь. Если мне обязательно нужно имя, я буду справедливостью. Приятно, что теперь мы странствуем вместе, Серый Страж. Эти кости окружает могущественная магия. По-моему, эта тварь не совсем мертва. Отлично. Конечно. Thank you.
этим. Пора умирать. Ты меня вынуждаешь. Все, конец тебе. Жалкая тварь. Я тебе со мной не сравнится! Да. Тебе не победить! Как сказать? Понял! Сдавайся, и мы будем милосердны! Хорошо. Приятные новости, надеюсь. Скажи матери. Первый мертв. Серые стражи ушли из болот. Плохие, плохие стражи. Убили первого. Убили, разбили сердце матери. Но разве мать не желала ему смерти? Убит! О, нет! Я желала ему покоя, вновь обрести песню, слышать сладкий зов. Мы все потеряны, но придет день, когда тишина кончится. Даже для меня. Кристоф, о, хвала Создателю. Боюсь, ты ошибаешься, смертная. Кристоф? Почему ты... Что случилось? Убит? Но вот же он. Твой муж умер. Теперь в его теле обитаю я. Он будет отомщен, клянусь тебе. Отомщен? Да ты осквернил его тело. Как тебе не стыдно? Это произошло совершенно случайно. Я... Не трогай меня! Мое тело помнит эту женщину. Ее зовут Тора. Я не знал, что она появится. Я должен это как-то исправить. Намеренно или нет, но я причинил этой женщине большой ущерб. Память подсказывает мне, что она живет в Амарантайне. Меня замучит совесть, если мы ее не найдем. Но можно же как-то облегчить ее страдания. Как-нибудь! Порождения тьмы не ждут, но если у нас будет возможность ее разыскать, я буду безмерно благодарен. Куда братья положили мою книгу? Надо их высечь за дело. Ора, пожалуйста, не бойся. Я не хочу тебя напугать. Ты в теле моего мужа. Я дух справедливости. Я не замышлял ничего дурного против твоего мужа. Я бы облегчил твои страдания, если б мог. Я знала, что такое может случиться, когда он уходил. Он мне говорил... Его отец тоже был серым стражем и тоже погиб в бою. Скажи, могу ли я для тебя что-нибудь сделать? Только скажи, и я сделаю это. Отомсти за него, дух. Пусть у меня не будет его праха, но мне будет приятно знать, что убийца поплатится.
порождение тьмы. Да, я понимаю. Ушла. Правильно ли я поступил? Она любила этого мужчину, а он любил ее. Я завидую тому, что у них было. Я обязательно поразмышляю об этом еще, но не сейчас. Спасибо, что привела меня сюда. Ты собираешься и из Амарантай на меня выжить? Я знаю, никакими словами ничего не исправишь. Так что возьмите вот это. Кольцо. Это что, предложение? Так ты не в моем вкусе. Оно... за него хорошо заплатят. Даже на поверхности. Чтобы вы наладили жизнь. Похоже на герб дома Волны. Небось, у какого дворянина сперла. И сколько же? Эта штука, небось, не меньше 20 золотых стоит. Хорошие у тебя друзья, Сигрун. Смотри, не потеряй. Держи свое кольцо. Может, пригодится когда. Очень. Спасибо, Миша. Этого надолго хватит. Можно новое дело начать. Ты правильно поступила, Сигрун. Хм. Спасибо тебе большое-пребольшое за то, что приняла в Орден. За то, что показала поверхность. Но ты только не думай, что я ушла из Легиона, ладно? В пыльном городе мое слово ничего не значило. Тогда я вступила в Легион и поклялась защищать Арзамар. Это уже чего-то стоило. И я сама начала чего-то стоить. И я горжусь этим. Пусть даже придется умереть в конце концов. В Легионе смерть всегда за тобой ходит, словно... словно похотливый дядюшка. А тут она кажется такой далекой. Когда на поверхности наступит мир, я вернусь на глубинные тропы. Совершу последний поход стража. Поход призвания. Ты не можешь решать за меня. Каждый страж сам определяет, когда пробил его час, верно? Я наконец-то поняла Варлана. Я тогда так и не смирилась со своим приговором. Возмущалась, и мне делалось еще больнее. А вот теперь... когда я получила отсрочку и могу выбирать, я твердо знаю, что должна сделать. Я тронута, но я уже приняла решение. Но порождение тьмы все еще угрожает поверхности. Это меня тревожит больше всего. Это что, детская игрушка? Забавно. Я как раз недавно напился и все думал. Огрен, вот бы у тебя был пони! Я это... Я что, это вслух тогда сказал? Знаешь, Бранка в свое время такие игрушки обожала. Старушка всегда была немного... того. А жаль, что она не настоящая, да? Хотя и не жаль. От настоящих навозу не оберешься. Да это... Повеселила ты меня, командор. Спасибо. Этот мир совсем не похож на то, как я его себе представлял. Демоны жаждут прорваться сквозь завесу, но остальные духи глядят на них свысока. Мы жалеем смертных, а не завидуем им. Духи считают, что смертные вне их досягаемости, и что им нельзя помочь. Они многого не понимают. Мы ошибаемся насчет этого мира. Здесь есть своя красота. А смертные стоят того, чтобы их спасти. Ты помогла мне в тени и доказала, что ты мне друг. Нельзя мерить всех смертных одной меркой. Прости, можно тебя кое о чем попросить? В этом мире есть нечто, что вы называете лириумом. Ты можешь найти для меня что-нибудь из него? Я мечтаю о маленьком кусочке чистой породы. Тот лириум, о котором смертные грезят в тени, он другой. Здесь он поет. Этот звук могут слышать только духи. Но во мне он вызывает боль, доселе неведомую.
Да, это точно он. О, благодарю тебя. Из всех вещей, какие мне довелось увидеть в этом мире, это самое драгоценное. Я сохраню его как напоминание, что даже в несчастье можно отыскать хорошее. Я все думаю о Боре, смертной женщине, которой была женой Кристофа. Я все завидую их любви. Но зависть — чувство демона, желание того, чего не можешь иметь. Я думаю, я понимаю. Ты сосуществуешь с великой тьмой и великой красотой. Должно быть, это сбивает с толку. Однако сейчас я чувствую, что желаю большего. Это так ново. Спасибо за то, что привела меня в этот мир. Чем я и продолжу заниматься, если позволишь. Ты делом подтвердила свою дружбу, Серый Страж. Вот пример того, чем ценен мир смертных. Я горжусь тем, что мы можем совершить вместе.